Последние приготовления к военно-спортивному празднику. Сегодня на городском стадионе столицы прошла генеральная репетиция мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества. 6 команд силовых ведомств будут определять лучшего в метании гранаты, перетягивании каната и эстафете. Ну и самая зрелищная часть праздника – военное шоу. Новые легенды, показательные выступления, настоящие взрывы и стрельба. Всех секретов не раскрывают, но обещают – будет захватывающе. Итак, сам военно-спортивный праздник пройдет 23 февраля. Начало в 10:00 на Республиканском стадионе. А пока предлагаем посмотреть самые яркие моменты с последней репетиции прямо сейчас, без комментариев.